живее на ногах. На ногах живее проваливай. Дернул ушел. Первенство России по кикбоксингу в родном городе стало первым для Данила Остроухова и для его тренера Евгения Кызыма. Ставок на них местная федерация не делала и прогадала. Остроухов показал все, чему его научили, и единственный из всех липчан вышел в финал. Конечно, чувствую победу, уверенность такую. Завтра буду намного сильнее драться, я уверен прям. А вот Елена Ермакова уже закончила свое выступление на чемпионате России. Сегодня она проиграла Аделине Зарубиной из Белгородской области. Наша землячка сопротивлялась как могла. Достойно отстояла 3 раунда. Но опыта пока не хватает. Бой был, конечно, тяжелый. Девочка мастер спорта. Очень хорошая. Ну и, собственно говоря, сделала выводы после боя. И теперь знаю, к чему стремиться. И над чем надо работать. Липчанину Роману Князеву сегодня не повезло. На ринг ему пришлось выйти против чемпиона мира Ильназа Сайфуллина. В начале боя Князев пытался завладеть инициативой, но Сайфуллин спокойно отправил его в нокаут. Бой завершился досрочно. Встретился с местным, вот, поэтому чувствовалось, что зрители болеют за своего спортсмена. Вот. Ну, для меня задача была продышаться, хотелось бы поработать, прочувствовать ринг. Завтра на ринг отстаивать честь Липецкой области выйдут Данил Остроухов, Алена Кузьмина, Светлана Поспелова и Анна Михайлова. Начало поединков в 12 часов. Ирина Васильева, Юрий Талдыкин, ТВК Новости.